Вот тоже очень интересный пион. Не знаю, как он называется, потому что это пересорт мне достался. Вот я его снимаю вечером, и он на ночь закрывается полностью, как тюльпанчик становится. А в солнечную погоду раскрывается полностью. Вот сейчас вот он мне все цветочки захлопнулись. Сердцевины вообще не видно. Очень своеобразный в этом плане пион. Если бы еще знать его название, вообще обильно цветущие. Но не не знаю, как называется, и не махровый. Цветки простые, желтой серединкой, не махровый. Как тюльпанчики.